Террористы напали на один из автосалонов в Иванове. Согласно такой легенде, в областном центре прошли тактико-специальные учения «Набат-2016». Условная террористическая группировка захватила 20 заложников и после, протаранив ворота КПП на аэродроме «Северный», выехала на взлетную полосу, где завладела самолетом Ил-76. Именно в нем преступники удерживали пленных. По легенде, террористы связались с дежурной частью ОМВД и выдвинули свои требования. В городе ввели условный режим контртеррористической операции и после непродолжительных переговоров силами объединенного подразделения спецназначения боевики были обезврежены, заложники освобождены. По словам руководителя оперативного штаба, учения прошли успешно.